Давид Манукян решил не отставать от бывшей возлюбленной и подался в кино. Вместе с поп-певицей Клавой Кокой он снимался в новом проекте, который продюсирует Сергей Жуков. Об этом рассказала сама Клава Кока, которая описала эмоции от дебюта фильма. Это не какой-то проект и не реклама, а именно прям кино, сериал. Я очень давно мечтала об этом. Наконец-то все карты сложились. Приятно, что меня сегодня все хвалили и поддерживали. Поэтому завтра с большим удовольствием ворвусь во второй съемочный день, сообщила Кока. Съемочный день она делит вместе с другим популярным блогером и бывшим парнем Ольги Бузовой, Давидом Манукяном. Пока что название проекта и сюжет не сообщается, но известно, что продюсером выступит солист «Руки вверх» Сергей Жуков. Напомню, что Бузова тоже снималась в кино и сериалах, но правда, они не имели большого успеха. Зато она отметилась скандальным выходом на сцену МХАТ в спектакле «Чудесный грузин», который сняли с репертуара после прихода на пост гендиректора Кихмана. Всем привет, у нас сегодня такая вот классная локация. И здесь мои любимые трейлеры. Такое я себе когда-нибудь куплю. Че, показать вам то, что там внутри? Представьте взять вот такое, как-нибудь путешествовать там по Америке, Европе, по миру, вообще хоть где. О, лакшери вода. Классно? Блин, нам, короче, ехать надо. В сериале снимаемся. Да, у меня там сериал сейчас, съемка, поэтому мне нужно будет выходить. Сегодня был мой второй съемочный день в кино. Вот сейчас немножечко 3 часа ночи. У нас уже Новый год вовсю, видите? Блестки на голове, на шее, на глазах. Поэтому в Новый год меня будет очень много. Ну а сейчас спать.